Евгений Жаров. Понятно, что мы таким образом спровоцируем в каком-то смысле потребительскую инфляцию и удорожаем стоимости, да, то, что инфраструктурные изменения в любом случае потребуют какие-то вложения, и там за сей счет, скорее всего, за счет потребителей, здесь надо очень сдержанно, сбалансированно подойти к этому вопросу. Думаю, что это будет, наверное, таким основным препятствием на пути такой реформы, но в каких-то больших городах все же назрело, потому что народ перестал доверять сортировке мусора, скорее всего, таким образом переложив ответственность за сортировку, по факту превратив ее в деньги, но сразу на месте, да? Я думаю, что это будет.